И снова здравствуйте, друзья, с вами компания Лесобиржа, я Валерий. Сегодня хотелось бы поднять очень интересную тему. Суть этой темы заключается, как же снять старое лакокрасочное покрытие, будь то лаки, будь то эмали и так далее, средствами, которые щадящие, то есть где невозможна вышлифовка. В данном случае у нас стояла задача в Лосино-Петровск открасить, отреставрировать рамы. Рамы были изначально покрыты лаком, причем такой густой слой, несколько, там 8-9 слоев лака. Вот, попробовали механически как-то сделать, да, то есть подшлифовать, ничего не получалось. Попробовали смывки наши отечественные, которые делали разводы и тем самым не удаляя ЛКМ. И в итоге ObiWatt мы нашли для себя очень интересный состав. У производителя Тюфа есть состав Абайзер, который наносится на поверхность, не имеет резкого запаха. Он водорастворим, по сути, очень прост в работе. Сейчас хотелось бы вам показать, как он вкратце, как он работает, как наносится и какой эффект из него получается. Итак, смотрим. Он достаточно густой, шлеп. Берем его и аккуратненько толстым слоем, не жалеем, ребятушки, наносим. Итак, в данном состоянии оставляем ее на минут 20, полчаса. Применяем несколько раз, два, три, сколько будет мне. Так, друзья, смотрите, что получилось. Нанесли достаточно густым слоем. Здесь немножко я борщинул, можно поменьше. Снимает он четко, чисто. В последующем видео вы увидите, как он снимает до древесины, не размазывая и не оставляя следов, то есть не окрашивает саму древесину. Смывается в последующем обычной водой, то есть происходит нейтрализация. Итак, друзья, как вы видели на видео, что мы сняли два слоя лака, которые здесь были нанесены. Остался цветозадающий слой, праймер. Вот, для сравнения можно видеть, основная площадь, да, она стала матовой. Здесь, где вот кусочек, край доски специально оставил для того, чтобы было сравнение, вот здесь остался лак. Видите, он такой, как под призмой, цвет очень четко виден. Какие чудеса творит этот состав. Еще хотелось бы отметить, что данный состав очень удобно наносить на вертикальной поверхности. Из-за того, что это гелеобразное вещество, оно не стекает. Соответственно, очень экономно стоит на вертикальных поверхностях и очень легко потом снимать.